Первым симптомом молочницы может стать появление характерной сыпи на половых органах. Как правило, она приносит невероятный дискомфорт, так как постоянно зудит. Некоторые больные жалуются, что иногда появляется и неприятное жжение, которое невозможно унять никакими специальными медикаментами. Вторым симптомом молочницы считают появление выделений из половых органов. Как правило, они имеют творожистую консистенцию. Иногда возможен и характерный запах. Однако в большинстве случаев он отсутствует. Необходимо отметить, что подобные выделения со временем меняют свой цвет и становятся желтоватыми, что указывает на активный воспалительный процесс. Третий симптом включает в себя сразу же несколько признаков. Так, при половом акте у больного человека возникают дискомфортные ощущения, так как все органы раздражены. Помимо этого, нередким становится проявление боли во время мочеиспускания. Стоит отметить, что врачи утверждают, что в отдельных случаях люди с молочницей просто не могут безболезненно осуществлять оба описанных процесса. Характерным проявлением молочницы становится и то, что от этих ощущений нельзя избавиться привычными средствами, и за консультацией следует обращаться исключительно к специалисту,